Приветствую! Как вы уже поняли из названия ролика, я хочу поговорить о том, насколько возможно и самое главное эффективное обучение силы 3D через интернет, ну или, как говорится, онлайн обучением. Почему я задался таким вопросом? Я занимаюсь обучением силы 3D уже более 12 лет, и как сейчас помню свой первый курс, который я прочитал в городе Москва в мае 2007 года. И этот курс был ужасен. Действительно, он был ужасен. Я просто-напросто не был готов к нормальному обучению силы 3D. Ну, честно говоря, на тот момент в России вообще мало кто был готов к этому. Если люди, которые у меня тогда учили, смотрят этот ролик, помните, я старался как мог, но получилось как получилось. Напишите мне, если вы из того первого потока, я закрою те пробелы, которые остались, да и вообще помогу силу 3D. За многие годы обучения силу 3D я старался систематизировать и понять процесс обучения для того, чтобы повысить процент слушателей, которые после обучения смогут самостоятельно вести работу в силу 3D. К 2014 году количество положительного и, самое главное, отрицательного опыта позволило мне сделать первую попытку систематизации различных подходов обучения силу 3D, что вылилось в отдельный доклад на транспортном форуме и на серии докладов на BIM-форумах по регионам в России, на которых я как раз таки рассказывал о подходах обучения силу 3D. На одном из таких BIM-форумов, по-моему, в Сочи, присутствовала Алла Землянская и просто гениально сделала визуальный конспект моего доклада, вот вы сейчас его видите. Мой доклад, который длился более 20 минут, прекрасно уместился в одностраничный конспект, практически полностью, ну, за исключением маленьких деталей. Ну и самое главное, это получилось наглядно и понятно. Вот как раз таки и эффективно показало, как должно быть проводиться обучение силы 3D. Спасибо Але за такой вклад, можно сказать. Ну и самое главное, интервью с Аллой вы можете увидеть на моем канале. А сам доклад, он записан и тоже присутствует на YouTube, ссылочка в описании. В том докладе полностью отсутствует тематика онлайн-обучения. Хотя к этому моменту мой видеокурс, который фактически является немаленькой частью онлайн-обучения, уже был давно записан, выложен и даже растащен другими каналами без моего разрешения. Привет, Генплана.нет. Почему я всячески игнорировал вариант онлайн-обучения Civil 3D? Потому что свой первый онлайн-курс я прочитал в 2011 году. А затем с завидной регулярностью это повторялось. И в конечном счете я начал отказываться от варианта онлайн-обучения. Казалось бы, это совершенно нелогично, когда космические корабли браздят просторы интернета, а в онлайн уходит все, что может только уходить. А если не может, его заталкивают ногами. Я отказываюсь от онлайн-обучения. Почему так? Я не лудит, а просто привычное онлайн-обучение съедает огромное количество времени и сил. А полученный результат на выходе не сильно отличается от привычного офлайн обучения стандартному курсу силы 3D. В конечном итоге я потихоньку начал отказываться от онлайн обучения, когда мне поступали такие предложения, либо говорил нет, либо направлял другим специалистам. Но мир вокруг нас меняется, и меняются технологии, в том числе и онлайн обучение. В связи с этим у меня появилось несколько идей о том, как действительно может выглядеть современное онлайн обучение силы 3D, кроме как проведение курсов и консультаций по скайпу. Для того, чтобы поделиться своим видением такого рода обучения, я решил провести вебинар о современном онлайн-обучении силы 3D и о том, как это должно выглядеть. На этом вебинаре я буду не один, мне будет помогать эксперт по инфраструктурному BIM, Autodesk Elite Expert и эксперт по, самое главное, инженерным сетям силы 3D. Владимир Лиутский, ссылка на его канал у меня тоже будет в описании. В итоге мы с Владимиром покажем и расскажем вам, каким может быть современный онлайн-курс силы 3D и как сделать так, чтобы от него был толк. Ну и самое главное, то, о чем-то так долго меня просили, писали, спрашивали, я наконец отвечаю, да, у меня есть специализированные курсы, курсы по разделам силы 3D, а это именно генеральный план, инженерные сети, инженерные изыскания, автомобильные дороги, причем автомобильные дороги там сложно, там не один курс, SubAssembly Composer и многое другое, и я готов поделиться с вами этим сокровищем. Это те самые любимые вам систематизированные видеокурсы, у которых есть все, и нет ничего лишнего. Почему я решил начать с вебинара? Потому что мне важно получить живую реакцию, чтобы понять, насколько вам интересен такого рода онлайн-курс, насколько вам интересна эта тематика и собрать максимально возможный охват ваших мнений и пожеланий. Итак, если вам стало интересно, что там такого я и мои коллеги придумали, то регистрируйтесь на вебинар. Прямо на вебинаре я уже поделюсь с вами кое-какими интересными материалами. Ссылка для регистрации, опять же, смотрите в описании. Ну и напоследок, сейчас идет регистрация на Autodesk University Russia 2019, по-моему, да, уже 2019 год. И там у меня будет новый доклад «Методика обучения сотрудников инфраструктурным BIM».
немалая часть этого доклада будет посвящена естественной силе 3D. Опять же, приходите на Autodesk University на мой доклад для того, чтобы продолжить обсуждение этого интересного вопроса. Но у меня все. Регистрируйтесь на вебинар, приходите. Всем спасибо, всем пока!